Рад всех приветствовать в студии Live78. И сегодня у нас в гостях блогер, фотограф и путешественник Александр Жданов. Саш, приветствую. Приветствую. Считанные месяцы остаются до выхода твоей очередной книги. Ранее 4 о шоу-бизнесе, появилась одна на путешествии. О чем будет очередное творение? Новая книга по-настоящему не будет про шоу-бизнес, потому что вот в своей предыдущей книжке, которую я писал, я действительно рассказывал о том, как там на «Фабрике звезд», как там в «Доме 2», как там в шоу-бизнесе. А теперь я так задумался и решил написать книжку о... У меня будет оппонент, буду я сам в книге рассказывать историю. Во-первых, о снах. То, что сны — это очень интересная такая тематика, которой мне очень часто снятся очень интересные, насыщенные сны, и об этом я буду рассказывать в своей книге. Также я буду говорить о... в том, что в последнее время, последние лет 5, люди настолько погружены в социальные сети, Фейсбуки, Твиттеры, Контакты, Одноклассники. Это, с одной стороны, интересно, но они не успевают жить. Вот здесь и сейчас я всегда стараюсь людям сказать, что, ребята, живите настоящим моментом, путешествуйте, изучайте языки, учитесь плавать, чего-то добивайтесь. То есть не сидите вы в интернете, не погружайтесь вы в него с головой. И об этом я буду рассказывать в книжке. Она запланирована, выход уже 6-й моей книги, на сентябрь этого года. Я уже ее дописал, сейчас уже буквально последний моменты доделываю. И, конечно, мне очень интересно, как публика воспримет эту книгу. Конечно же, там будут путешествия в книжке. Я без них не могу. Фотографии? Фотографий нет, потому что с фотографиями другая история. Я в свое время уже выпустил фотокнигу 100. Это 100 стран мира, где я побывал, первые 100 стран. Вот. И в этом году или, возможно, в следующем, я еще хочу сделать проект 150 стран мира. И каждый разворот — это будет страна, где я побывал, которая меня зацепила, удивила, понравилась, потому что я влюблен в нашу планету. Я считаю, что наша планета, эти страны, которые у нас есть, это просто это космос. Обязательно в них нужно побывать, о чем я всегда рассказываю в своих книжках и просто друзьям за кружкой чая. Касательно 6-й, которую мы увидим, по твоим словам, уже осенью, в Петербурге где-то будет презентация, встреча с читателем? Будет. Я очень люблю книжную сетку «Буквоед», действительно обожаю. Во-первых, у них очень хороший директор, и я дружу с этой сеткой. Я понимаю, что мои книги всегда там были представлены, и... там будет пресс-конференция, там будет встреча с читателями. Знаешь, я помню каждый раз, когда книга моя выходит и появляется в «Буквоеде», когда я сам иду в магазин и понимаю, что «О, там, да, там, я вижу свою книжку». Иногда мне читатели в социальных сетях, они приходят в магазин и видят книгу, фотографируются на фоне ее, и потом мне присылают, говорят: «Слушай, мы нашли твою книжку, и мы знаем». Это очень приятно, и я понимаю, что это даст еще больше фактор узнаваемости, хотя мне так порой тяжело, когда я гуляю по Петербургу, периодически пью кофе или там прихожу в зал. Каждый раз ко мне кто-то подходит и говорит: «Слушай, чувак, я знаю твой Инстаграм, или я видел тебя ВКонтакте, или там я даже прочитал твою книжку». Мне интересно, иногда подходят люди, читатели, и начинают спорить. Говорят: «Слушай, вот я прочитал там, не знаю, там четвертую твою книжку, там, которая у меня была», и говорят: «Ну вот с этим я не согласен, вот здесь ты не прав». И у нас диалог завязывается, мы начинаем с ними разговаривать, общаться, дискутировать. А в голове сразу надо переиздание готовить. Нужно обязательно переиздавать. Но в этих книгах, вот в основных, я рассказывал в первую очередь про шоу-бизнес. Сейчас, так как я больше времени занимаюсь путешествиями, мне интереснее рассказывать про путешествия, про страны, про поездки, про то, как организовать все это путешествие, о том, как можно добраться в самые закрытые уголки планеты. Потому что, вот, знаешь, у людей бывает такой страх: «Ой, я никуда сам не поеду, меня не встретят, я там потеряюсь, языка я не знаю». Я пытаюсь рассказывать людям, что, ребята, переборите вот это в себе, не бойтесь, надо начинать ездить, надо начинать... Откройте дверь, шагните. Конечно, ну, потому что, знаешь, это такое зашоренное мышление о том, что, ну, человек может прийти максимум в турфирму, купить там билет. И не в обиду, говоря про турфирму, я говорю, что, ребята, попытайтесь организовать себе путешествие сами. Потому что, ну, это же несложно. Мы живем, опять-таки, в тот век интернета, когда можно на сайтах смотреть... про отели посмотреть, можно забронировать себе квартиру, можно съездить в ту или иную страну, почитать другие отзывы туристов и сделать все самому. Ты помнишь ту страну мира, в которую ты осознанно именно как путешественник поехал? Может, магнитики оттуда сохранились? По поводу магнитиков, сейчас вернусь к твоему вопросу, это, конечно, интереснейшая история. У меня 7 килограмм магнитов дома, я сделал на балконе магнитную стенку и просто повесил вот все магниты, потому что холодильника никакого на магниты не хватит. По поводу поездки я запомнил и влюбился в свое время в Чехию, в Прагу, потому что была первая заграница. Я помню, когда я приехал туда, у меня было такое ошеломление, просто другая страна, другой город, культура, еда. То есть я там помню, что я пошел по зоопарку гулять, в ботанический сад сходил. Я не спал, там спал по часу, вот просто технически, чтобы быстренько поспать, и просто я не мог нагуляться. Это была первая неделя, это была на неделю туда прилетел, туда поехал, и
Теперь там я стараюсь страны не повторять. Я стараюсь каждый раз ездить в новые страны, да, такие далекие, неизведанные, далекие от нас. Но Прага — это как раз та страна, куда я люблю возвращаться. И раз в пару лет я обязательно туда прилетаю, просто погулять по ней, по этим улочкам, дневным, ночным, и внутренне сказать спасибо, потому что идея о том, что я хочу путешествовать, и наш мир волшебен, он от идеи возникла у меня именно там, в Праге, там, в 14-15 лет, когда я туда первый раз приехал. Друзья, в студии Life сегодня у нас в гостях блогер, путешественник, фотограф Александр Жданов. Трансляцию можно увидеть прямо сейчас в наших группах, в соцсетях, Facebook, ВКонтакте. Конечно же, задавайте вопросы, обязательно зачитаем в ходе нашей беседы. Ну а вот у тебя в списке уже более 160 стран. Куда в ближайшее время собираешься отправиться? Что тебя манит больше всего? Смотри, наверное, говорить, куда вот улетаю через 2 недели, не буду, просто чтобы не сгладить. У меня есть такой, ну, не комплекс, мысль о том, что если скажу, может не получиться. Ты суеверный человек. Немножко суеверный, конечно же, но при всем при этом у меня очень много мест на планете, куда я хочу доехать. Например, вот на заднем плане сейчас за тобой водопады показываются, а я понимаю, что я обожаю водопады. И есть водопад Виктория, который находится в Африке, я туда настолько хочу. Я понимаю, туда сложно туда добраться, то есть нужно лететь далеко, там визу нужно получать, потом добираться как-то очень сложно внутри, но я хочу туда там побывать. Потом, конечно же, Антарктика, пролив Дрейка хочу пройти. То есть меня сейчас манят страны очень эксклюзивны в плане труднодоступности, в плане туда, что это не Европа. Я могу сказать, что я побывал во всех странах Европы, вообще 100%. И западные, и восточные. Да, то есть я понимаю, что вот у меня в голове это страны Африки такие, знаешь, то же самое, Иран, Судан, Чад, острова в Тихом океане, то есть куда вот даже на простом судне не добраться. То есть нужно подгадывать расписание, за пару лет бронировать свои поездки. Кстати, хочу сразу вот рассказать такую идею о том, что люди очень часто и напрямую спрашивают: слушай, откуда столько денег? Вот ты путешествуешь много. И я хочу сказать, ребят, дело не в том, сколько ты зарабатываешь, или сколько, что тратить на эти путешествия можно и нужно намного меньше, если ты будешь заранее бронировать свой отпуск. То есть вот, ну, значит, самостоятельно, наверное. Во-первых, ездишь самостоятельно. Во-вторых, есть какие-то советы, как, например, вот не лукаво и положа руку на сердце, могу сказать, у меня на этот год куплены уже все поездки, включая на Новый год. Каждый месяц я куда-то уезжаю, то есть у меня куплены билеты, я заранее смотрю в интернете расписание периодически то автобусов, то поездов, чтобы это было не так дорого, но когда ты берешь их заранее за 3, за 4, за 5, за 8 месяцев, у тебя есть возможность купить это действительно дешевле, у тебя есть возможность как бы заранее больше, получить больше предложений там, на отель, на квартиру. Я, например, спокойно снимаю квартиры. Я помню несколько лет тому назад, когда появлялись сервисы, которые предоставляют квартиры, все боялись. То есть, ой, какой ужас, там, где ты будешь жить. Кому приедешь, да, тебя, ну, будет ли сосед. Конечно, будут ли соседи, там вдруг тебя кинут, обманут или еще что-то. Да совершенно нет. Есть хорошие сервисы, которые показывают рейтинг хозяев. Ты можешь прочитать про людей, что это за хозяин. Отзывы какие-то. Отзывы. Притом, что интересно, когда ты ездишь и останавливаешься в разных странах, в квартирах, про тебя тоже пишут отзыв хозяева. И если ты был хорошим клиентом, который ничего не сломал, не сжег, не уничтожил, там, не, то в следующий раз тебе с удовольствием снимут квартиру. И если ты ее бронируешь заранее, то есть, например, вот сейчас у меня там забронированы квартиры в ноябре, в декабре, в те страны, куда я поеду, это не так дорого. Основная ошибка людей, когда, например, вот май месяц, да, майские праздники. Вот я просто понимаю, что сейчас произойдет в конце апреля. В конце апреля все люди, которые понимают, что у них будет там неделя отпуска, ну, допустим, они берут себе немножко выходных, они придут в турфирму и скажут: хочу куда-нибудь съездить. Куда-нибудь съездить прямо сейчас, чтобы это было недорого. Не получится, потому что... Высокий сезон. Конечно, да. High season. Люди зарабатывают на этом. То есть турфирмы, они не потому что они плохие, это их заработок. Они действительно будут продавать дорогие перелеты, дорогие отели. Плюс человек не понимает, что... Или там, допустим, лето, июнь, июль, август. Конечно же, когда летом у людей отпуск, они хотят куда-нибудь поехать погреться. Но они не понимают, что приехав, ну, допустим, Испания, Барселона возьмем, да, что когда ты едешь летом в Барселону, это максимально заряженный ценник, это огромное количество туристов, это кафешки, в которые ты не сможешь сесть, или там Париж, Франция. Но я, например, вот интересно мне страну, куда я хочу съездить, побывать, я стараюсь ездить не сезон. То есть, смотри, февраль, март, апрель, октябрь, ноябрь, когда не очень холодно, то есть я понимаю, что я могу доехать до той или иной страны, я там не замерзну, с одной стороны. А с другой стороны, вот я сейчас провел 3 месяца в Валенсии, я решил выучить испанский язык, начать его изучать, погружаться в него. Валенсия, 17 градусов, тепло, хорошо, людей никого нет, это 3 часа езды. Это было заметно по твоему инстаграму и другим аккаунтам в соцсетях. Вот смотри, уже можно сделать первый вывод, потому что ты на несколько месяцев вперед поездки планируешь, что у тебя работа связана с форматом фриланс. Да.
Что это за работа? Что за специфика? Кем нужно сегодня работать? Потому что, я думаю, многие наши зрители задаются вопросом, что нужно делать для того, чтобы зарабатывать достаточное количество денег, позволяющих вот таким образом ездить по миру. Смотри, начало путешествие в то время, когда работал еще на федеральном канале, долгое время, это было более 10 лет, и я наработал базу клиентов и людей, которые меня знают, и которые даже сейчас, это не только звезды и артисты шоу-бизнеса, просто коллеги по шоу-бизнесу периодически мне пишут и говорят: Сань, нам нужно что-то снять, что-то сфотографировать. Меня сейчас зачастую берут как фотографа и пользуются моими услугами из-за того, что у меня есть паспорт, несколько паспортов, а у меня есть виза в любую страну мира. То есть мне периодически приходит e-mail: Сань, мы едем снимать клип в Америку, у тебя есть американский? Виза, у тебя есть там английская виза или европейская, понимаешь, что я могу сорваться, быстро прилететь, и мне не нужна нянька, которая меня с собой повезет. То есть все-таки основа фотография плюс, да, связи. Фотография, связи и социальные сети. То есть при всем при этом я понимаю, что их можно монетизировать, потому что Инстаграм я веду на протяжении 5 лет, и там более 200 тысяч уже подписчиков есть. То есть периодически я понимаю, что, опять-таки, в личные сообщения мне люди пишут о том, что сможешь ли что-то сфотографировать, можешь ли что-то прорекламировать. А реклама, когда... То есть меня знают как некий бренд. В Петербурге там Жданов Александр, путешественник. И я понимаю, что вот в Петербурге меня постоянно, я порой уже начинаю от них бегать, различные клиники медицинские пишут: Александр, давайте вы придете, сделаете у нас белые зубы и расскажете своим читателям. Или давайте вы там хотите там похудеть или что-то сделать, тоже приходите к нам, вам все сделаем бесплатно и заплатим за это денег, а вы просто расскажите об этом в социальных сетях. И жил он долго и сейчас. Да, жил, но, и поэтому, но я этим пользуюсь. Я понимаю, что контакт, Инстаграм, Твиттер, Одноклассники, это все, то есть я стараюсь не погружаться полностью в эти сети, о чем я буду писать, и как бы это написано в 5-й книге, что не надо жить в виртуальности. Но ее можно использовать очень удобно, потому что это мир. То есть я прилетаю в любую страну, порой говорю, прилетаю в Африку, и вроде бы я никого там не знаю, я не понимаю местный язык и диалекты. И все равно мне в Инстаграме, например, кто-то пишет: я тебя знаю, там нужно ли тебе что-то показать, куда-нибудь отвезти. То есть люди ведут эту коммуникацию через Инстаграм. Плюс иногда смешной заработок, но достаточно при всем при этом интересный. Прихожу в любое кафе мира вообще, и, ну, ты понимаешь, да, там бывает меню там на английском, на испанском, на языке той страны, куда я прилетел. Периодически я сам не обламываюсь, честно говорю: ребят, а хотите, переведу на русский? У вас там бывают русские туристы. Или я вижу, что меню переведено на русский язык, но коряво. Не для того, чтобы там большую денежку заработать. Мне хочется, чтобы соплеменники наши, когда приехали, если они не знают другой язык, они по-русски это нормально прочитали. Плюс мне, знаешь, очень нравится, что когда в любой точке мира начинаешь разговаривать, тебя спрашивают, откуда ты. И знаешь, такую радость, когда ты говоришь: из России. Из России? Да ладно! И то есть я понимаю, что вот если я скажу любую другую страну, я думаю, они так не удивятся. Но когда я говорю из России, из Санкт-Петербурга, во-первых, во всем мире знают Петербург, да, и начинают, тут же мне люди говорят в любой стране мира, что Петербург, ой, у вас там Зимний дворец, у вас там Петергоф, у вас улицы, мосты, еще что-то. То есть у людей просто загораются вот так вот глаза, огромнейший восторг. Вот. И это не к тому, что я начинаю зарабатывать на этих людях, но в какой-то момент они мне говорят: слушай, а вот расскажи, может быть, можно сделать туристов, приводить из Петербурга, из России к нам. А вот у нас есть турфирма, или у нас есть фирма, которая занимается там кораблями, еще что-то. То есть люди налаживают контакты и сами говорят: давай мы тебе немножко заплатим, вот нам, у нас нет выхода на Петербург. Можешь ты, прилетев в Петербург, общаться, допустим, с туристическими компаниями или там сайтом в интернете, которые продают билеты, можешь ты нас с ними свести, познакомить, как бы быть неким посредником, мы готовы тебе платить. Да, немного, но платим. И поэтому я понял, что это мой такой лайфстайл. Я давно уже отказался от съемок артистов в шоу-бизнесе, потому что если ты работаешь в шоу-бизнесе, ты должен в нем жить постоянно, из него нельзя выходить. Там я снимаю свадьбы, не работаю в студии, но как репортажник, который делает фотографии по всему миру, и как человек, который не гнушается, в принципе, любой работы, я понимаю, что я не боюсь работать, и я могу работать официантом, а могу продавать рекламу в Инстаграме. Предлагаю нашим зрителям прямо сейчас посмотреть, как отдыхает Александр Жданов. Перед этим, хорошо поработав из своего личного архива, он дал нам несколько записей. Одна из них связана со скатами. Вот просто подошел и начал дотрагиваться до этих прекрасных созданий. Вот так вот можно гладить. Можно гладить ладошками скатов, это совершенно безопасно. Они повсюду здесь, народ, это просто счастье. Как судя по записи, ты не боишься в какие-то такие приключения ввязываться, куда-то поехать, откуда-то прыгнуть.
на кого-то посмотреть, поснимать. Не боюсь совершенно. У меня есть, во-первых, я люблю летать на вертолетах. Я делал, не скажу, что прям очень часто, но я летал над водопадами в Бразилии, летал над Улуру, над магическим камнем в Австралии. По поводу скатов был небольшая боязнь, потому что все-таки они своим хвостом, они могут поранить. Но, как я понял, что все-таки здесь скаты, ну не то чтобы приучены, но они знают людей. То есть можно подойти, аккуратно его так поддержать, вот так приподнять немножко ската, потрогать его. Это совершенно безболезненно и никаких проблем для ската. Ну, а для себя, для фотографий, для видео, конечно, запоминаю. Никогда не прыгал с каких-либо тарзанок или парашютов, вот этого я боюсь. Хотя, наверное, когда-нибудь я это попробую. И, например, была одна очень интересная история, когда в одной из поездок по островам, значит, с гидом на лодке мы плаваем, ловим рыбу, и он в какой-то момент мне говорит: а не хочешь прыгнуть, там акулы плавают. Я такой: слушай, наверное, нет. Саша, наверное, нет. Вспомнил, Галапагосские острова это были, точно. И, значит, он прыгает внутрь, но он мне объясняет, что смотри, это акулы, они специальные, они не едят людей, они людей не кусят тебя, не поцарапают, не нападут. Просто не знаю почему, он говорит, ну вот прям поверь мне. И тогда я совершил очень безрассудный поступок. Ты ему поверил. Я поверил. Я занырнул просто вниз и понимаю, что вот недалеко проплывают акулы. Я вижу, как мой гид спокойно, местно, так раз, он так прикоснулся к ней, ну, без резких каких-то рывков, и движение спокойно проплыла. И я такой: ну, я попробовал. Я занырнул, потрогал акулу. И вот самое интересное, это было лет 5-6 тому назад. Вот сейчас, наверное, я бы уже побоялся, потому что то я смотрю какие-то фильмы, ужастики, там, про хищников, про животных. Но вот тогда это какой-то был безрассудный поступок. Плюс немножко боюсь змей. Я, например, вспоминаю, когда был в Марокко, и там заклинатели змей играют на дудочке, и кобра начинает вот танцевать. И мне тоже заклинатель говорит: да подходи, да не бойся, да сфотографируй. Моя же. Да кобра приручил. Хорошая, нормальная. Вот тут я понял, что, ну, понимаешь, это все-таки животное. То есть, будучи на сафари, когда изучаю Африку и путешествую по Африке, да, там то слоны могут рядом идти, то жирафы, то еще кто-то. Все равно нужно соблюдать какую-то дистанцию, понимание, что это животное, это может быть хищник, он может тебя атаковать. Но при этом, вот смотри, я сейчас на заднем плане вижу точно так же, как наши телезрители, белого медведя. То же самое. История была такая, умопомрачительная. Значит, когда ходил на корабле, в какой-то момент у нас высадка, и 10-15 человек, туристов, я как фотограф вместе с ними фотографирую, мы идем по суше, снег, везде все белое. Я в какой-то момент беру фотоаппарат и вижу, что где-то вот там далеко лежит медведь, спит. У меня хорошее зрение, думаю, я вижу, что это медведь. Но меня убеждают, говорю: слушай, высадки бы не было, если бы там был медведь, это невозможно. Тогда я так аккуратненько, значит, настраиваю линзы на фотоаппарате, подбираю нужный объектив, значит, смотрю в сторону медведя, делаю, и он в этот момент начинает просыпаться. Я говорю нашему гиду, говорю: я был прав, это все-таки медведь. У него ужас просто в глазах, такой дикий ужас, что это действительно медведь. Там туристы, притом многие из них пожилые люди, которые убежать не могут. Плюс, а хищник, он может среагировать на движение, да, что ты побежишь, он принесется за тобой. А расстояние метров 200-300. Вот я действительно не преувеличу, понимаешь, что вот я быстро делаю фотографии и понимаю, что если сейчас мы побежим, гид вопль ужаса такой, немедленно на английском, немедленно всем покинуть территорию, бежать к лодкам. Как оказалось, его просто прозевали. То есть перед тем, как егерь выходит на поверхность, он смотрит, что нету медведя, нету хищника, все будет хорошо. Он прозевал, он не увидел этого медведя. И я был просто вот в этот вечер на корабле, я просто, знаешь, ходил, был счастливый. У меня единственного, у кого были фотографии, потому что все испугались. Люди, нет возможности взять фотоаппарат. Тем более, ты заранее приготовил. То есть у меня было секунд 10, знаешь, так быстренько, знаешь, как в шоу-бизнесе. Там нужно артистов быстренько сфотографировать и успеть поймать этот кадр. Я тут раз-раз-раз быстренько пощелкал. Медведь, который проснулся, пошел в нашу сторону, а мы уже бежим к лодкам. И я весь вечер ходил, показывал: смотрите, у меня есть белый медведь. А чтобы увидеть необычные вещи, например, аврора бореалис, это северное сияние. Я за ним охотился несколько лет. То есть несколько лет я не мог. То есть я приезжаю в глубинку Финляндии, чтобы увидеть северное сияние, там облака. Там в Арктику, в Шпицберген направляюсь, и все равно нету северного сияния. Помню, когда я был на судне, значит, уже последний день экспедиции, которая возвращается обратно с нашей поездки, и в какой-то момент ночью, 2 часа ночи, голос капитана по всему кораблю: если кто-то не спит, есть время, ну, по-английски говорит, естественно, поднимайтесь немедленно наверх, на палубу идет северное сияние. И это такая красота, когда я понял, что я понимаю, что вот ради таких моментов и стоит жить, вот это настоящая жизнь, когда ты находишься на корабле и смотришь на северное сияние, при том рядом нет никакой иллюминации, ты в открытом океане, ты понимаешь, что ты смотришь, и вот это минут 15 было, оно потом закончится, это просто некая сказка и чудо, чтобы увидеть... 15 минут, которые нужно было уловить, понимаете? Да, да.
Друзья, давайте прямо сейчас посмотрим тоже небольшой отрывок записи путешествия Саши по одному из северных регионов нашей планеты. Ты говорил, что вновь собираешься на север. Чем тебя манит? Ведь, в общем, живем-то там, где и солнце не часто появляется, и хочется всегда куда-нибудь, наоборот, поехать погреться. А ты вот куда-то там, где померзнуть. Я хочу померзнуть, при том, вот, чтобы добраться до Антарктиды, например, я понял, что нужно будет пройти пролив Дрейка, на котором вот судно будет вот так штормить. Ну, может штормить, может не штормить. Я этого действительно боюсь, но я понимаю, что, во-первых, природа, дичайшая природа, вот то, что было только что на видео, ты понимаешь, вот эти разбросанные глыбы льда, при том частично, свежий воздух, который можно осязать на вкус. Я понимаю, что вот я прям дышу и понимаю, что я никогда не дышал таким воздухом. И я хочу увидеть колонии пингвинов, королевских пингвинов, которых там тысячи. Когда я был в этой экспедиции, только один раз повезло, действительно повезло, попасть на семейство китов. То есть пришли киты и так, ну, немножко перепрыгивали, да, там хвостик можно было увидеть. А на север, вот туда точнее, я хочу попасть поглубже, чтобы увидеть много китов, много там морских котиков, пингвинов. То есть вот эта дикая природа, она меня манит именно тем, что там мало людей. То есть там нету... Со временем путешествия по планете, я понимаю, что я разлюбил места скопления, где много людей, где много туристов. Я хочу поближе к природе, потому что такие незагаженные уголки нашей планеты, где есть что-то такое, например, вот прыгающего крокодила, которого сейчас видят телезрители, ты просто так нигде не увидишь. А в Австралии, когда я был, то есть, например, такое развлечение для туристов, когда ты садишься на лодку, на этой лодке приплывешь в середину реки, тебе дают удочку, на нее подвешен кусочек мяса, и называется crocodile fishing, то есть ты ловишь крокодила. Но он в какой-то момент так подпрыгивает от лодки 1-2 метра, вот прямо ты понимаешь, что как будто удочку не выпустить. Он подпрыгивает, хватает, ест там кусок мяса, который подвешен, и уходит. То есть вот ради таких интересных моментов я и путешествую, их собираю. Как тебя путешествия как человека, как личность изменили? Вот ты можешь уже сейчас отстраненно на себя в этом отношении посмотреть? Могу посмотреть. Во-первых, путешествия действительно меняют. Есть и плюсы, и минусы. Знаешь, вот минус таких путешествий, я могу о них сказать, это то, что я постоянно где-то, да, я редко вижу свою маму, своего брата, своих друзей, я пропускаю все свадьбы, дни рождения, вечеринки всех моих знакомых, просто потому что меня здесь нет. Я постоянно где-то, я постоянно куда-то езжу. Это минус, при том, я понимаю, что скучаю там по русской кухне, я скучаю по киношкам на русском языке. По Петербургу? По Петербургу, я его очень люблю, я его действительно, я его обожаю, и я хочу быть здесь почаще. Это минусы путешествия. Но плюсы, я понимаю, что у меня теперь есть друзья и знакомые по всему миру. Люди, которые также взахлёб могут рассказывать о путешествиях, которые могут путешествовать. И путешествия, если говорить про черты характера, которые действительно есть, например, во-первых, дают какую-то выносливость. Ты понимаешь, сколько раз я летал на самолете, у которого немножко штормило, да, там не мог сесть в самолет. Потом задержки рейсов, всевозможные ночевки непонятно где. То есть такая боевая жизнь, строевая, как в армии. Ты к ней... То есть, это красивая картинка, когда туда доберешься, но сколько нужно будет по пути испытать, перед тем, как путешествовать по Африке, нужно обязательно сделать там прививку от желтой лихорадки, от малярии. От малярии нужно пить таблетки, которые действительно очень тяжело перерабатываются печенью, и нагрузка на организм плохая, то есть человеку плохо от этих таблеток. Но если ты понимаешь, что ты не хочешь, чтобы тебя укусил малярийный комар и не хочешь заболеть, то тебе нужно пить эти таблетки. То есть сложности постоянно есть, и я к этим сложностям привык, и это, знаешь, такая уже зависимость от путешествий. Я понимаю, что я люблю Петербург, я скучаю по моим друзьям, я с удовольствием туда приезжаю, я с ними вижусь, но потом я понимаю, мне становится не то чтобы скучно, я снова хочу окунуться, я снова хочу там погладить коалу, да, там посмотреть, там, как жирафы приходят к тебе на завтрак. То есть это мне не достает. Вот, кстати, по поводу жирафов, которые приходят на завтрак, приходил ведь и к тебе такой. Не испугался ты? Совершенно не испугался. Это Giraffe Manor. Это специальный отель в Кении, в Африке. Я за месяцев 7 писал им письмо о том, что я хочу к ним приехать. Именно потому, что там все таким образом оборудовано, что рано утром, 5-6 утра, приходилось очень рано просыпаться и вставать, ты завтракаешь, а в этом отеле открыты огромные окна, и жирафы просто приходят, засовывают свою длинную шею и поворачиваются к твоему столу, так, смотрят, что у тебя есть поесть, а там специально насыпают корм для жирафов, то есть это не человеческое, это не моя яичница, которую в этот момент ел, и жираф такой заглядывает, смотрит, так, это я ем, это, о, давай буду вот это есть. Можно, я, знаешь, я побоялся поцеловаться жирафом, потому что некоторые даже делали такие фотографии, поцелую жирафом, но вот этого я так немножко испугался, но кормить его с руки,
с ладошки, да, там просто там, немножко его погладить, покормить. Это у меня был такой экспириенс, и я этому очень рад. Вообще, насколько ты брезглив, когда тебе предлагают что-то попробовать, когда ты находишься в той или иной стране? Потому что, ну, ведь все предлагают, от искусно маринованного мяса, заканчивая там червяками и кузнечиками, а то еще и похлеще. Да, ну, знаешь, два раза, когда я сказал, что я не хочу и не могу это пробовать, три. А в Швеции есть такой деликатес — тухлое мясо акулы. Вот мне говорят, да он дорогой, да он очень вкусный. Ну, не очень вкусный, а в смысле необычный такой деликатес. Я говорю, ребята, нет, спасибо, я это не хочу. Потом, когда я был в Камбодже, ездил смотреть рассвет над Ангкор-Ватом, в том числе, проезжая по Камбодже на небольшом микроавтобусе, водитель останавливается и говорит, слушай, хочешь чипсы? Я такой, ну, голодный, хочу чипсы. Мы подходим, значит, такой лоток. И на лотке в засушенном виде, таком засушенном, засахаренном, зажаренном, кузнечики, паучки, всякие вот двигающиеся такие, вот это все. Он берет просто на палочку, кузнечика хочешь, и ест его. И вот это второй раз, когда я сказал, слушай, вот, ну, вот не хочу, прям не хочу пробовать. А третий раз, тоже в одной из своих поездок, мне предложили, но это считается незаконно, и я отказался. Говорит, хочешь приготовить суп из кобры, из змеи, притом добавляют немножко яда вот в твой суп. Ну, типа такой, знаешь, вот опять-таки экспириенс, попробуй, то есть ты не отравишься, не бойся, там не умрешь от яда. Ну, вот капелька яда, я говорю, во-первых, мне жалко стало змею, хоть я плохо отношусь к змеям, но это все равно живое существо, во-первых. А во-вторых, говорю, нет, вот все-таки пробовать что-то ядовитое я не буду. А один раз, то же самое, когда был на Галапагосских островах, я учил местных готовить оливье. Потому что они меня спрашивают, а вот что у вас на родине есть прям такое самое вкусное? Я про себя думаю, ну, пельмени, можно сказать, ну, борщ, это я не сварю. Думаю, оливье. Они говорят, что такое оливье? Я говорю, ну, там, potato салат, картофельный салат, туда что-то добавляешь. И я жил в отеле, значит, девушка-менеджер в отеле, администратор отеля, она сказала, давай так, мы купим все продукты, позовем тебя на кухню, и ты вот будешь говорить... Мастер-класс проведешь. Да, проведешь мастер-класс, а повар будет это готовить, тебе помогать. Я помню, я прихожу к повару, сначала смотрел на меня волк, то есть, знаешь, вот тесаком так работает, смотрит на меня, понимаешь, сейчас вот меня просто прирежет прямо там, если что-то... Увидел в тебе конкурента. Конечно, Саша. Но с другой стороны, когда мы приготовили этот салат, вкуснейший салат оливье, сделали, приготовили, его вечером подали тем гостям, которые были в отеле, и хозяйка всем сказала, у нас сегодня русское блюдо, русский оливье. Ты в Японии был, когда рыбу фугу пробовал? Я был в Японии несколько раз, и очень хочу туда попасть на цветение сакуры, которое происходит в мае. Япония — это вообще космос. Я не пробовал там эту рыбу, но я понимаю, что вот по поводу вкусовых различных веществ, ты не понимаешь, что ты там ешь, потому что ты можешь есть пирожное со вкусом лука, да, ты понимаешь, что ты можешь пить сок, который меняет цвет у тебя прямо вот на глазах. У них сейчас есть деликатес, по-моему, так раз Япония, но он такой достаточно жестокий, когда опять-таки при тебе разделывают рыбу, и она еще вот живая только что вот здесь была, там, или осьминог, который вот только что был живой, ставят прямо перед тебе, наливают на него соус, у него происходит сокращение мышц, но это уже все-таки не последние остатки жизни, или человек это ест. Я считаю, это очень так агрессивно, и такие вещи не люблю. Мне интересно пробовать всегда всякие фрукты и овощи, которых я не знаю. Да? Там я понимаю, что такие, которые по вкусу непонятно, что это за фрукты. А в этом смысле Юго-Восточная Азия очень богата. Конечно, конечно. А там вообще все растет. Ты понимаешь, что ты... Это же здорово, когда ты приходишь в магазин. Я, например, кстати, чтобы экономить, я никогда не беру в отеле, там все включено, завтраки, обеды. Зачем? Можно приехать в страну, и для того, чтобы изучить ее и понять ее, можно и нужно пойти в местные кафешечки, да, там, попробовать всякие деликатесы. Ну, наверное, единственное место, опять-таки, одно из, где я побоялся бы есть что-то на улице и действительно побоялся, это Индия. Потому что я понимаю, что у кого-то от Индии вот горят глаза, и люди в восторге от Индии, кто-то Индию не любит. И я немножко вот побаиваюсь чисто в интересах антисанитарии. Думаю, вдруг можно, вдруг нельзя. Во всех других местах совершенно спокойно. Иду прямо по любой улочке, не туристической. Кстати, я стараюсь, чтобы это было дешевле и интереснее. Никогда не ходить по туристическим улицам, идти вглубь и найти что-то необычное. И только тогда ты попробуешь настоящую национальную кухню. Ты 160 стран объехал. Не всякий даже сможет просто назвать такое количество государств. Когда у тебя вот этот перелом произошел, когда именно пошел отсчет 15-е, 17-е, 25-е, надо добирать, увеличивать. То есть когда ты понял, что ты превращаешься в профессионального путешественника? То есть сначала я ездил для того, чтобы просто отдохнуть от работы, от шоу-бизнеса. Я уставал, и я действительно брал недорогие билеты куда-то, чтобы съездить в Европу, просто чтобы отдохнуть. Я не гнался за количеством. И даже сейчас очень часто на форумах, в интернете, ВКонтакте я стараюсь, ну так, спорить с людьми, которые считают страны для галочки, потому что у меня честный, так сказать, рейтинг. Если я приезжаю в страну, я должен в ней пробыть минимум 3,
3 дня, ну это если страны Африки, в которых больше находиться опасно и сложно, то минимум для меня неделя. Вот неделя, я могу сказать, что вот я все-таки побывал в стране. И то там 15 раз летаю в Соединенные Штаты Америки, я понимаю, что каждый раз туда прилетаю, новый город, новое направление, то есть я продолжаю ее изучать. Поэтому за количеством никогда не гнался, но, наверное, когда я преодолел цифру в 50 и понял, что ну, 50 стран у меня же в копилке есть, стало уже интересно. Вот 50, вот 100 стран, сейчас 167. Я понимаю, что у меня такие очень смелые, далеко идущие планы, мне хочется в ближайшие лет 5 вот опять-таки поехать в страны, там, Буркина-Фасо, Чад, это Африка, Сомали, куда сейчас сложно попасть, в Ирак. Я понимаю, что это же тоже страна, это мне тоже хочется в нее попасть. Это страшно, это опасно, но я понимаю, я просто жду, когда эта горячая точка на планете, я просто жду, когда эта горячая точка перестанет быть таковой. Остынет. Остынет немножко. И тогда я обязательно туда съезжу, чтобы просто посмотреть, изучить, и чтобы у меня было собственное мнение, которое я потом отражу в книгах, потому что в книгах я тут же людям рассказываю все эти истории, истории огромное количество, и в книгах, ребят, живите настоящим, вот и живите прямо здесь и сейчас. Если нету денег поехать в какую-то дорогую страну сейчас, можно взять билет на автобус, поехать в Эстонию, в Уснарову, в Финляндию. Ну и внутренний туризм никто конечно, не отменял. Конечно. А по России это же... Карелия, вот да, рукой подать. Здорово. У нас такие там краи, мне не хватает слов просто именно сейчас, насколько у нас красивая страна, огромная страна, по которой можно и нужно путешествовать. Притом, опять-таки, если это не будет в сезон, летом, да, там, летом поехать в Сочи, летом поехать в Крым или еще куда-то. Но подготовьтесь вы заранее, продумайте свой маршрут. Можно изучать нашу страну, можно любоваться ею. И мне очень зачастую те же самые американцы, европейцы, когда слышат, что я из России, они завидуют. Они говорят, у вас можно столько путешествий, столько интересно и недорого, кстати говоря, если ездить внутренний. У нас сейчас рубеж 2 весенних месяцев, март завершается, тут часы идут, да, практически, и вот шагнем в апрель. Куда можно поехать прямо сейчас, интересно и относительно недорого? Относительно недорого, ну вот смотри, если мы говорим про Европу, можно сказать, Словакия, Словения, Литва, Латвия, Польша, Прага, сейчас. То есть вот я понимаю, что когда кому-то из друзей говорю, вот ты хочешь съездить там в Словению? Я говорю, да я даже не знаю, где это и что это. Я людям говорю, расширяйте свои рамки кругозора, не надо ездить там только в Германию, только во Францию, Италию, Испанию. То есть Европа этим не ограничивается. Попробуйте необычное направление, да, то есть откройте карту, что у нас есть в Европе, куда можно там, куда можно съездить. И, например, с удивлением узнал, что есть такие места, как там остров Святой Елены, который считается тоже как отдельная страна, да, там, или еще что-то. То есть посмотрите, куда вы можете себе позволить съездить из европейских стран недалеко. Тем более бюджетных авиакомпаний сейчас очень много. Самый классный путь для путешествия – это прилететь в Финляндию и компания Finnair. Очень много у них направлений там, по всей Европе куда-нибудь слетать и сделать это, допустим, в апреле сейчас, когда это будет не так дорого, а не делать это в мае, потому что на майские праздники, во-первых, будет дорого, а во-вторых, и в Петербурге будет классная, я уверен, хорошая погода. Какие девайсы и сервисы для тебя обычным делом стали? Вот как для профессионального путешественника? Очень много сайтов в интернете, на которых там такие сервисы, как SkyScanner, Airbnb. Это, например, Airbnb — это квартиры, когда я подбираю себе квартиру, жилье, куда я приеду, где я хочу пожить, в какое время. То есть я смотрю рейтинг квартир, рейтинг людей, которые сдают эту квартиру. На SkyScanner я всегда смотрю, то есть иногда вот действительно я не знаю, куда поехать. Ну, такие моменты тоже, особенно раньше были. Сейчас у меня есть места, куда я хочу поехать, мне просто не хватает на это денег, я просто их собираю. Так вот, открываю SkyScanner, и можно, например, знаешь, там сделать поиск по билетам, по направлениям. В интернете же можно просто так и ввести поиск, там, куда съедет там, в апреле. И мне будут показаны билеты, куда слетать, за сколько слетать, как это сделать дешевле. Опять-таки, слетать дешевле можно, просто зачастую это не очень удобные стыковки. Если это не прямой перелет, например, нужно будет там, во Франкфурте в Германии побыть или там, в каком-то маленьком аэропорту в какой-то стране. Но когда ты летишь через неудобные направления и в неудобное время, например, когда я летаю через Германию, я вылетаю в 6-7 утра уже из нашего аэропорта Пулково, и я понимаю, что мне нужно там, проснуться в 4, в 5 выехать из дома, то есть неудобно, разбивает целый день. Но зато я дешевле могу прилететь в ту страну, которую я хочу посетить, узнать и полюбоваться. Кто-то сейчас смотрит нашу беседу с тобой и думает, да, я ведь давно мечтал быть путешественником, а вот сидит молодой прекрасный путешественник, который уже 160 с лишним стран объехал. Что в первую очередь человеку нужно понимать, который готов отправиться в дорогу, как ты призываешь вот всех делать?
Ну, во-первых, то есть убрать вот это, знаешь, зашоренность и боязнь того, что вдруг что-то случится. Смотрите, за 10 лет путешествий что только со мной не случалось, но мы все люди, мы живем на одной планете, и порой ты даже если не знаешь языка, сейчас я учу испанский язык, например, как второй язык, но у меня были моменты, когда я приезжаю в Испанию, я не говорю на испанском, а они не говорят на английском. И я понимаю, что нам нужно вести какую-то коммуникацию. Но... А хочется есть. А хочется есть и хочется заселиться. Но, то есть, по-настоящему, во-первых, все люди. И, то есть, не надо бояться этих сказок, что вот там вы там не нужны в другой стране, вас там ждет что-то плохое, страшное, ужасное. Всегда в аэропорту, в отеле. Сколько раз у меня там такси не приезжало, меня не забирало. Я стою в чужой стране, думаю, так, куда мне податься, где мне брать такси, где ни по-английски, ни по-испански никак не говорят. То есть людям я посоветую, в первую очередь, ребята, начните путешествовать. Вот вы поезжайте куда-то, вы туда съездите. А вы, кстати, еще один момент тоже. Многие мои друзья и коллеги со мной спорят по поводу того, что это неправильная позиция. Все же приезжают, допустим, в Париж, сразу идут в Лувр, Нотр-Дам, Арк-де-Триумф, Эйфелева башня, Арк-де-Триумф, еще куда-то. Елисейские поля гулять. Я люблю эти достопримечательности, я на них уже побывал. Но все-таки я рекомендую людям, создавайте свое собственное впечатление здесь и сейчас. То есть музеи, конечно же, интересны. Но вот у человека, знаешь, получается, люди ездят со списками. Знаешь, как со списками приходят в магазин, молоко, батон, там, горошек, еще что-то, то же самое. Прилетают в Париж, и они не гуляют по Парижу и отдыхают, и наслаждаются, они несутся. В Лувр надо занять очередь заранее, в Нотр-Дам еще заранее там взять билет, подняться на нее, там по Елисейским полям пробежаться, друзьям что-то купить. Кстати, сувениры все самые дорогие в аэропорту, на вокзалах, поэтому лучше их покупать где-нибудь на маленьких нетуристических улочках. Для того, чтобы изучить страну, влюбиться в нее. И знаешь, как делаю? Я иногда выключаю мобильный телефон, карту, и я теряюсь в новом городе. То есть я приезжаю в Амстердам, да, там, к примеру, и на улочках Амстердам, ну, такое слово прошло, что вспомнил. Я просто выключил, куда иду, туда и думаю. Я верю в то, что город может тебя сам повести. Если ты, знаешь, я, например, это тоже прозвучит, наверное, очень глупо и как-то даже смешно. Я здороваюсь с городом. Я прилетаю в новый город, я внутренне про себя говорю ему здравствуй. То есть, да, я понимаю, что я к нему, как бы, я открыт, я хочу его увидеть, изучить, почувствовать его. И зачастую город меня начинает, знаешь, там хороводить по своим улицам. Я раз иду там налево завернул, направо что-то увидел. Я нахожу такие волшебные магазинчики с сувенирами, нахожу кафешки, встречаю каких-то необычных людей, которые прямо на улице ко мне иногда в Европе подходят, что-то спрашивают, и мы потом зацепимся языками, а потом становимся лучшими друзьями. Ну, практически схема Юрия Антонова. Пойду на абрикосовую, сверну на виноградную. Да, да, так и есть. Давай небольшой блиц от вопросов читать от наших зрителей прямо сейчас. Вот Андрей пишет ВКонтакте, где такие кеды купил? Огонь! Кеды крутые. Слушай, к сожалению, не вспомню, просто это было несколько лет тому назад. Вот, но я их обожаю. Они просто сочетаются сегодня желтый. Я решил принести какой-то позитив и надеть желтые кеды. Я их нашел, поэтому они у меня есть. Но не вспомню, откуда, ну, честно. Ольга спрашивает, был момент или ситуация в какой-то поездке, когда стало очень страшно? Да, когда самолет вместе с журналистами, на котором я в свое время был, летел на Чукотку, там буран, и три раза самолет заходит вот на посадку, не может сесть, просто вот так болтает, и пилот говорит, что если у кого-то с собой там алкоголь или еще что-то, можете даже там выпить. Просто вот тогда было страшно, когда в итоге наш самолет приземлился в Магадане. Я не скажу, что я там прям целовал землю, но я вышел, вот все, я приземлился. Вот в тот момент было страшно, и страшно, конечно, на корабле, когда начинается небольшой шторм, я их уже несколько раз... Болезнь. Во-первых, морская болезнь, во-вторых, когда ты понимаешь, что тебя сбрасывает с кровати, а такое у меня тоже было, так раз, когда изучаю север, я понимаю, что вот лежишь, и тебя просто сбрасывают. У тебя сейчас на заднем плане вот шар, на котором я в свое время летал, это Бутан, и я там летал на Бирму, прошу прощения, это Бирма, я летал там на шарах, вот там тоже было страшно, потому что ты сидишь на этом шаре, замкнутое пространство, и ты понимаешь, что если что-то случится, то ты уже на высоте. То есть вот бывают такие моменты, конечно же. От Кости вопрос, как сделать небанальную поездку в раскрученные места типа Турции и Таиланда? Окей, смотрите, вот по поводу Турции. Но не надо ехать на побережье там в Турцию, там в Кемер. Турция, Стамбул. Приезжайте в Стамбул и начните. Идите гуляйте по рынку, который рынок пряностей. В Турции рынок пряностей в Стамбуле. Он же великолепен. Ты идешь, просто все это нюхаешь, можешь там немножко пробовать. Там есть хамамы, в которых тебя просто ты заново родишься. Если ты входишь в хамам, где тебя вымоют, ототрут и все сделают. Это не туристические направления. То есть пойдите по Стамбулу. Не надо галочками ходить. Вот я здесь побывал, здесь побывал. Просто погуляйте по улочку, найдите любую кафешку, в которой вы попьете чай. Там кофе, да, там еще что-то. То есть расширяйте свой кругозор, и вы сможете изучить город, вы сможете им насладиться и его увидеть. Главное, не бояться. У людей, знаешь, вот такой есть страх, что, ну, вот вдруг что-то случится, лучше я посижу в отеле.
Лучше я съем завтрак в отеле, но не отравлюсь. Лучше я там в отель заселюсь вместе со всеми, меня автобусы заберут, привезут и отвезут на этот пляж. А я не хочу идти на этот пляж. Я смотрю в интернете, где самые классные пляжи, допустим, в Турции. Вот здесь, ну окей, я туда поеду. И ничего не случается с людьми, слава богу. То есть не надо бояться, надо путешествовать, и вы втянетесь в это, любой человек в это втянется. Сложность, знаешь, когда люди путешествуют с детьми, это сложнее, потому что когда ты путешествуешь с маленьким ребенком, это уже накладывает свои какие-то обязательства и сложности, и трудности. Но когда ты один или путешествуешь со своей любимой там, девушкой, вы вместе куда-то едете, у вас все получится, и вы насладитесь страной. Куда бы ты ни за что не поехал? Есть какие-то такие страны? У меня очень сложные взаимоотношения с Индией оказались, потому что у людей там открывается просто третий глаз, и они в восторге от Индии. Сомневаешься, есть ли у тебя третий глаз? Да, слушай, я понимаю, что, может быть, я не навязываю никому свое мнение, возможно, я не дорос еще до этого, но я помню, что я видел крыс, бегающих по улице в Индии. Я понимаю, что там действительно огромная антисанитария. Я понимаю, что когда я со стороны видел, как заматывают тела и потом сжигают эти тела, кремируют и просто вот святую реку, в реку отпускают. Да. А я понимаю, что потом, да, там я в отеле стою, моюсь, откуда берется эта вода, на какой воде готовятся продукты. Вот это единственная страна, которую пока я не проникся. Я, знаешь, я поставил себе отметку в голове, вот 10 лет подождать, повзрослеть, это как с Достоевским. Я в школе терпеть не мог. Читать, думаю, боже, как это скучно, нудно, неинтересно. Прошло 10 лет, я открыл Достоевского и понимаю, что интересно читать, что я вижу то, что не видел тогда в школе. И то же самое с Индией. Я надеюсь, что повзрослею, поумнее и смогу повторить свой путь. Ты уже не раз говорил о том, что изучаешь испанский. К чему еще мотивирует тебя путешествие? Путешествие именно мотивирует изучать самого себя, то есть вот у меня даже книга будет называться «Игра в себя», но изучать себя, открывать какие-то там способности. Я, например, немножко учусь сейчас рисовать. То есть я понимаю, что в свое время учился в музыкальной школе, но с музыкой мне ничего дальше не пошло. То есть навыки, которые, может быть, и не особо нужны для того, чтобы там заработать денег или что-то сделать. Но просто вот эта креативность, это творчество. Я помню, когда у меня первая книжка выпускалась, был вообще мелким подростком, и я решил, что я напишу книгу. Все друзья сказали, хорошие друзья сказали, да это не получится, да ты чего, да какая книга, да ты с ума сошел, да ты, боже мой. Я помню, а тем не менее, да, там вышла первая книжка, вышла там вторая книжка, притом я даже фотографии на книгу, которую делал, я делал в студии, значит, настраивал технику сам на себя и сам потом сам себя фотографировал. То есть надо попробовать, надо сделать. То есть я подумал, пусть у меня, может быть, не получится эта книжка, но я ее сделал. Я хочу написать, я хочу в своих книгах рассказать людям о себе, о своей работе, о своей жизни. Возможно, это кому-то поможет и смотивирует их. Поэтому я продолжаю учиться, и я даже тогда же думаю, чтобы мозг не закостенел, наш мозг, наш ум, надо постоянно получать новые навыки, да, там нужно, даже когда я добираюсь до дома, неважно, в Петербурге или где я живу, я каждый раз выбираю новый маршрут, потому что пойти по проторенной дорожке одинаковой, ты уже понимаешь, что ты уже привык, я хочу новым маршрутом дойти до дома, увидеть там новые улочки, да, там по-другому как-то пройтись, это интересно. Продолжим за тобой следить, за твоими перемещениями в соцсетях, и, конечно же, будем ждать осени, когда появится уже 6-я по счету, да. Книга в одном из книжных магазинов северной столицы. Спасибо большое. Спасибо. Александр Жданов, блогер, фотограф, сегодня побывал в студии Live 78. Хорошего дня.